Всем привет! Вот уже пошел третий день, как я вернулась с образовательного заезда с Тавриды. И что я делала вчера и позавчера? Я много спала и много смотрела фото и видео с Тавриды. Меня просто невероятно переполняли эмоции счастья, радости, восторга от того, как я провела целую неделю на берегу Черного моря в Крыму. Это было невероятно, потому что меня окружала не только потрясающая природа, пейзажи, но еще и потрясающие люди. И, в общем-то, вчера, когда я до полуночи смотрела все фотографии, все видео, я такая подумала, блин, а ведь телефон не вечен, может что-то удалиться. Яндекс.Диск тоже не вечен, там вообще может потеряться, там такие дебри просто. Вот лично у меня в этом Яндекс.Диске просто невероятные дебри. Я думаю, как мне в этом вообще не запутаться. В общем, я решила для себя, что с этого дня, точнее сегодня уже решила, что я все памятные какие-то моменты буду печатать. Просто пойду в магазин, где печатают все это, и распечатаю. И вот сегодня я распечатала вот такую гигантскую стопку фотографий с Тавриды. Тут где-то 55 штук с Тавриды и 10 с лета. Тоже памятные фотографии, которые мне хотелось увековечить. Вот, и в общем, я сейчас держу эти фотки. Они совсем по-другому ощущаются. Ну, вы посмотрите, это я на море. Ну, вы посмотрите, оно здесь живое какое-то, живее, чем на экране телефона. Это наша команда. Вы посмотрите, какие все классные. Вот просто я смотрю, и я нахожусь там. Вот на телефоне как бы есть такие эмоции, но тут они прям какие-то особенные. И, в общем, я для себя поняла, что я хочу распечатать все памятные моменты, все любимые мои фотографии, которые у меня есть на телефоне, распечатать их. У меня даже есть фотоальбом, где есть даже фотографии со свадьбы, даже есть какие-то фотографии мои личные, ну, это мой личный фотоальбом, да? Фотографии такие, знаете, такие маленькие, я заказывала где-то в Инстаграме, нашла сайт таких маленьких фотографий. В общем, это так круто, я открываю, пересматриваю. Я понимаю, что я бы искала их на компьютере, на телефоне очень бы долго, а вот так я их открываю, я их смотрю, и вообще это так круто. В общем, 65 фотографий. Сейчас я их буду аккуратненько, заботливо вкладывать в этот фотоальбом. И снова вспоминать все эти счастливые моменты. Блин, это круто. Просто посмотрите, как круто. Это все я, да, это все я. Это тоже я. Ну, блин, это такой классный вайб вообще. Я прям чувствую, как я опять на море. Я прям чувствую тот запах, тот ветер. Это моя подружка, да. Это моя сестренка. В общем, блин, круто. Я сейчас буду этим заниматься, наверное, целый час.